тебя вижу. Я тебя нет. А вот теперь вижу. Ну и кому от этого хуже? Вроде все. Давайте сохранение. Что там, блин, творится? Опять откуда с потолка терроры валятся. Что ж ты будешь с этим делать-то, а? Во, сохранение, то, что нужно. Так, а где метка с той стороны? Слышал? Готовимся к эвакуации. Открываю огонь, не упал. Открываю огонь. Так, ребятки, что у вас кто где? Давайте, я не буду стрелять. Да, давай, ты не будешь стрелять. Ну, молодец, не стрельнул. Ну, скорее, потому что не обещал, а потому что не успел. Назад, назад, назад! Хорошо, хоть выпустили, блин. Могли бы и не выпустить. Я к этому уже привык. Все целы. Как вы позиции занимаете, мне интересно. Вот что у вас в голове происходит? Какие у вас при этом мысли, когда вы занимаете свои позиции? Я хочу быстрее сдохнуть или что? Я что-то вообще никого. Эй, кто там? Не стонет, сукин сын, как раз вовремя, Келя. Ну, развязывать мы тебя, естественно, не будем. Освободи Гейба! Перестань извиваться! Сними с меня эти наручники. Прикрываю! Нифига ты не прикрываешь. Я знал, что Чавесу следовало поставить командиром меня. Хватит, Нова! Где тебя носило? Я бы тебя не бросил, Келя. Эй, я не бросал! Я сам едва выбрался! Перестань себя вести, как придурочный новобранец, и скажи, где Кан. Откуда мне знать? Они держали нас в порох, но он где-то здесь. Черт, к нам идут. Габриэль, в укрытие! Они вас в Лас-Вегасе держали, нефиг жаловаться. В Лас-Вегас на халяву полетели. Идиоты. Вы еще жалуетесь. Перезаряжаю. И все это время сидели на стуле, пока я тут сотню раз подыхал. Опять 25. Потолковый десант, блин. Вытащите его! Ты будешь ему помогать? Зараза, попадают. Террорист нейтрализован. Фу. А вот там кто-то со снайперкой, судя по единичной вспышке. И попадание практически в меня. Контакт, террорист. Куда он там шмаляется? Живей! Принято. Террорист готов. Что? Мы нашли Гейба. Кана нет. Принято. Удерживать позицию. На крышу. Удерживаем. Мы на крыше и подберем Гейба. Хорошо. Пора двигаться к вертушке. Выход там. Ладно. Где там? Ну офигеть. Так, сюда что ли? У меня патроны от Командо заканчиваются. А ты кто такой? Я хочу отплатить этим уродам так же, как ты. Дело не вместе. Это наша работа. Кроме того... Слушай, ты говоришь, как будто тебя 7 лет в плену держали. Вертушки. Быстро! Прошел день. Так что не ной.
Перегруппироваться. Мы идем. Я своих подчиненных забыл. Офигенски. Нагадили тут кровищей каких-то среднестатистических гастарбайтеров. Зараза, они ломают укрытие! Отлично! Вот про это я забыл. Малыш не затем спрятался. А, то есть это до того, как мы эту комнату зачистим, сохранение было. Обожаю такие сохранения, которые вот в самый, как бы, неподходящий момент. Да что там происходит-то в конце концов? Так, ребята, в этих кто-нибудь будет стрелять, кто кроме меня? Отлично, долбануло. Перезаряжаю. Угроза ликвидирована. Противник уничтожен. Мы нашли Гейба. Кана нет. Принято. Рядом с вами есть выход на крышу. Мы приземлимся на крыше и подберем Гейба. Перебежками ко мне. Так, ребят, за мной. Чтобы опять вас не забыть. Давай. Чё тебе давать? Зараза, я его убил? Да твою мать! Где эти придурки, которые должны прикрывать мне задницу, а? Где они? Открываю огонь. Просто не хотят ничего делать. Давайте по этим стреляйте быстрее, пока они там не скрылись в тумане. Еще и граната, здрасте. Все-таки докинули. Ну они просто в наглую уже лезут бодаться в рукопашку. Ну так что? Есть, сэр. Почему я два раза должен нажимать на кнопку? С вами все будет хорошо. Спасибо. На позиции. Такс. Перегруппироваться. Принято. Выполняю. Я хочу отплатить этим уродам так же, как ты. Дело не вместе. Это наша работа. Кроме того, ты не готов к бою. Отправляйся к вертушке. Быстро! Следую за вами. Так, а это чё, чё за автомат? Я тебя вижу. Контакт, террорист. Это ж не тот автомат, с которым я постоянно ходил. Пошел, пошел, пошел! Перемещаюсь. Открываю огонь. Правильно открывайте, а я как-нибудь постою в сторонке просто. Ну или тоже помогу. Частично. Что-то тормоза какие-то пошли опять. Так, минус пулеметчик. Что-то спецназа стреляет просто вот куда угодно, только не туда, куда надо. Открываю огонь. Противник нейтрализован. Минус один. Че, они там долго еще будут выковыриваться из укрытий? Перебежками ко мне! Открываю огонь. Следую за вами.
Где он-то? Враг нейтрализован. Они просто через стенки видят. Здрасте. Фух. Сохранение давайте. Доберитесь до Кана на стройплощадке. Иду. Берегись снайперов! Контакт, террорист! Отлично. Ну, естественно, ни в кого не попал. Да, действительно, ни в кого. Так, кто у нас тут орёт насчет прижатия? Надо устранить пулеметные гнезда. Зараза. Да, это пулеметное гнездо, это плохо для организма. Что-то опять какие-то тормоза пошли непонятные. Упс! Здрасте, до свидания. Блин, опять с потолка кто-то там свешивается. Ну, вообще классно. Угроза ликвидирована. Держи. Спокойно. Спокойно. Зараза, больно. Где он там? На таком расстоянии не увидишь. Ну кто-то здесь еще вот здесь вот буквально сидит, я так понимаю, да? Да зараза. Где мои напарники-то? Они опять ни черта не делают. Че, замочил? Замочил. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Так, один по крайней мере есть, а вот второй там че? Сняли? Вроде сняли. Тут, по-моему, сзади уже фигачит. Замечательно. Угроза уничтожена. Открываю огонь. Да, блин, со всех сторон. А кто сзади-то фигачил? Непонятно. Ладно, идем вперед. Неплохо мы на стройке ориентируемся, я могу сказать, для спецназовца. Как будто прорабами лет 20 проработали. На позиции. На позиции. У нас гражданские. Хорошо сработано. Да, этот чувак не похож на гражданского.